Делала. Не поняла. Что? Встань! Встань! Я сказала, встань! Вставай! Поднимайся! Ты слышишь? Встань сейчас же! Гадюка! Будь ты проклята! Это из-за тебя я ребенка потеряла! Гадюка! Гадюка! Убийца! Да! Ты убийца! Ты убийца, слышишь? Ненавижу! Из-за тебя все мои беды, все мои страдания! Гадина! Из-за тебя я ребенка потеряла! Это ты его убила! Проклятая! Вставай, не притворяйся! Открой глаза, русская рабыня! Кому говорю? Открой глаза, я тебе говорю! Открой! Открывай! Открывай же! Моя госпожа! Что такое случилось? Госпожа, пойдемте. Пойдемте же. А если она умрет? Ах, если бы. Если бы. Как горька потеря ребенка. Махидевран, султан выглядит такой несчастный. Султан уже знает? Утром я доложил хранителю покоев Ибрагиму Аге. Он обо всем сообщил падишаху. Я сообщу, Валиде Султан. Если бы вчера ночью ты меня разбудил, Сюмбюль. Хюрем Хатун узнает, от счастья затанцует. Чтобы она провалилась. Не раздражай меня напоминаниями о ней, Сюмбюль Ага. Скорее сюда! Несчастье! Скорее! Вставай, проклятие Аллаха! Вставай и признавайся! Госпожа, прошу вас, отстань, она и так уже меня свое получила! Я не уйду, пока она не очнется! Госпожа, прошу вас, я сделаю все, что прикажете! Вышвырните ее из дворца! Выбросите ее труп на съедение животным! Пусть умрет, иншаллах! О, Аллах, спаси нас! Какой ужас! Мы пропали! Ах, как же так? Она умерла? Жива, слава Аллаху! Позовем лекаря хранителя султанских покоев Ибрагима! Не смей! Никто не узнает. Поднимите ее, отнесем к ней в комнату. Никто ее такой не увидит. Где же твоя подружка Хюрем? Ее нет? Она сейчас в гостях у падишаха. Да, сильная у Хюрем магия. Ну-ка расскажи, как она колдует. Колдовать – это ваше дело. Хюрем не колдует. Ты завидуешь? А ты как будто не завидуешь. Только сказки мне не рассказывай. Чего вы ждете? У вас урок. Ну-ка все в ряд. Быстро в зал для каллиграфии. Хватит болтать. Идите, открывайте учебники. Я сейчас приду.
Быстрее. Скорее, скорее. Бедняжка. Вся изуродована. Обязательно нужен лекарь, Сюмбюляга. Ты слышала, Дайя Хатун? Мы сами за ней присмотрим. Принеси воду и чистую тряпку. Тут только водой и тряпкой не обойтись. Эта женщина не какая-то там наложница, а любимица падишаха. Если она умрет, могут нас обвинить. Сделавшись с ней такое, Махидевран, султан ничего не будет. А вот нам точно голову отрубит. Я не могу ослушаться, Нигер Калфа. Отвечать будет Дайя Хатун. Давай не будем спорить. Сулейман... Не получится это скрыть, Дайя Хатун. А если она умрет? На все воля Аллаха. Думаю о хорошем, Нигер Калфа. Она права, я хотя бы хранителю султанских покоев Ибрагиму Аге сообщу. Вы слышали меня? Никто не должен об этом знать. И в эту комнату никто не войдет. Айше, она здесь живет, с ней что делать? В огромном гареме комнат нет. Переселите ее. Не убегай, иди сюда. У меня важное дело. Важное? Она поправится, госпожа лекарь? Поправится, бедняжка. Ее сильно изуродовали. Она долго в себя не придет. Она не в состоянии твой суп есть. Это не суп. Я сырое мясо принес. Ты бы еще сюда кебаб притащил. Ты совсем с ума сошел, Сюмбюляга? Мы приложим это сырое мясо к ее лицу, глазам, ко всем ранам. На целый день, пока мясо не стухнет. Оно заберет всю кровь, все синяки и подтеки. Не сегодня-завтра султан призовет к себе свою фаворитку, и что мы будем делать? Если он спросит, кто сотворил такое с моей любимицей? А ты откуда взялась? Уходи, не стой здесь. Я хотела узнать, как себя чувствует Хюрем Хатун. А ты не знаешь, Гильшах? На ней живого места нет. Вот тебе мой совет. Молись, чтобы она жива осталась. А теперь закрой свой рот и забудь, что видела тут. Мама. Папа. Где вы? Хюрем. Сулейман. Спаси меня. Успокойся, Хюрем Хатун.
мама. Что сделали с твоей дочерью? Отец. Эта женщина-змея меня убила. А теперь я ее убью. Мое лицо. Сулеймон больше на меня не посмотрит. Хюрем Хатун. Мое лицо погибнуть! Уйди! Оставь! Ты не умерла, и лицо твое заживет. Ты будешь еще красивее. Давай-ка ложись, давай. На помощь! Ложись. Божья! Ложись, ложись! Не кричи, не кричи! Аллах! Хватит! Аллах! Бисмиллях! Бисмиллях и Рахман и Рахим! Аллах! Она стала мусульманкой. Ешь, давай, не зли меня. Тебе нельзя голодать. Хатун, не серди меня. Ешь же! Ешь! Аллах, Аллах! Мы пропали. Пропали. Наш повелитель ждет Хюрем. Как же она пойдет? Что же мы скажем? Я знаю, что вы должны сказать. Как ты смеешь мне перечить? Смотри мне в лицо, говори! Мое лицо умерло, повелитель. Не нужно султану на него смотреть. Что значит лицо умерло? Подними голову. Не смотреть, не смотреть, уходить. Хюрем умерла. Хюрем. Кто это сделал? Кто осмелился? Скажи мне, моя Хюрем, кто на тебя напал? Скажи, и я убью того, кто это сделал. Я убью каждого, кто заставит тебя плакать. Скажи! Хидавран? Дайе Хатун! Отнесите Хюрем ко мне. Позовите лекарей. Ранами я займусь сам. Как ты? Тебе больно? Ты приходить, боль прошла. Все пройдет, Хюрем. Все пройдет. Только не плачь. Отныне никто до кончика твоих волос не дотронется. Ты хорошее лекарство. Не уходи, не бросай Хюрем.
Ты нет, много горя, много бьют. Все закончилось. Не утомляй себя. Я вылечу твое личико, подобное роде. Сулейман. Я здесь, Хюрем. Я здесь. С тобой все хорошо? Очень хорошо. Султан заботился. И день, и ночь сидел у моего изголовья. Ты лучше говоришь по-турецки. Много говорю, вот и выучила. Султан Сулейман научил. Он стал мне как учитель в школе. Ну, а теперь ты рассказывай, что происходит в гареме. Махидевран очень плохо. Все время плачет. И ребенка нет. Выкидыш. Султан очень ее ругал. Ругал? За что? Очень сердился. Говорят, кричал. За то, что она с тобой сделала. Хюрем Хатун, султан прислал тебе целый сундук подарков. Как красиво. Отнесите сундук наверх. Мария, идем. В моей комнате посмотрим, какие подарки прислал мой султан. Ты стала мусульманкой? Как это? Молишься. Говоришь, что нет Бога, кроме Аллаха. Мухаммед пророк его,
Раб и посланник, и все. Ты мусульманка. А еще ты говоришь бисмиллях. Возьми, Мария. Не надо, это твое. Мария, бери. Ты моя единственная подруга. Единственная. Спасибо тебе. Ты тоже моя единственная подруга. И это возьми. Очень скоро этот дворец будет моим. Наложницы в гареме, все встанут передо мной на колени. Все станут моими рабынями. А ты будешь моей приближенной, когда я. Султан Сулейман видит меня. Он звал меня. Хюрем Хатун, уходи. Придешь позже, я позову. Мы работаем с султаном. Хюрем пришла, Ибрагим. Смотри. Мой султан меня слышит. Позже, Ибрагим. Смотри, Хюрем Хатун, это река Дунай. Отсюда мы пустим флот. Мы зарядим порох в пушки, и снаряды полетят. Сражение произойдет здесь. Ты не боишься погибнуть? Война. Кровь. Много людей умрет. Много семей погибнет. С такими мыслями не достичь победы. Выбрось все дурные мысли из головы. Око за око, кровь за кровь. В конце концов, это не я придумал войну. Человек воюя не погибает, но цивилизация создается в войнах. Я обязан расширить наши земли дальше, чем это сделал мой отец, султан Селимхан. На этой земле никого, кроме тебя, нет. У меня нет семьи. Друзей нет. Если ты ко мне не вернешься, я умру. Мы
Молись, Хюрем Хатун. Молись. В моих молитвах теперь и ты есть. Не уходи. Ибрагим ждет. Нам нужно работать, а ты спи, Хюрем. С тобой спать хорошо. Хюрем одна плохо совсем. Ну, прекрати. У меня много работы. Давай-ка. Ибрагим или Хюрем? С кем работать лучше? Ты ревнуешь к Ибрагиму? Конечно. Он видит чаще меня, моего султана. Придется тебе смириться. Ну что? У тебя какая-то проблема? Да, есть одна. Какая? Это проблема я. Ты много рядом с Сулейманом. Слишком. На меня времени нет. Думаю, хватит, Ибрагим. Хюрем Хатун, я слуга султана, я его раб, его брат, его соратник, поняла? И заруби это себе на носу. Я хранитель его покоев. А ты знай свое место и свой статус. Хюрем Хатун. Ты еще увидишь, каково мое место и статус, змей Ибрагим. Хюра, ты меня ждала? Я ждала тебя, повелитель. Я не могла уснуть. Ну, не плачь. У меня сердце сжимается, Хюрем. Не говори, не плачь. Ты завтра уходить, я умереть. Смерти нет, Хюрем. Пока я жив, тебе умирать нельзя. Ясно? Нельзя. Наконец, мои глаза открылись, сердце полюбило. Если это грех, приди и убей. Я всегда просил у Аллаха достойной смерти. Спасибо Аллаху, что меня убил, твой взгляд украдкой. Кому ты можешь пожаловаться, что ты любишь? Ведь ты влюблен по доброй воле.